Вопросы, касаемые организации предстоящих выборов и изменений в федеральный закон о выборах, журналистам местных СМИ рассказал председатель избирательной комиссии Ненецкого округа Георгий Попов. Он провел брифинг, в ходе которого ответил на интересующие вопросы журналистов. Особым образом в федеральном законе уточняются положения, касающиеся участия представителей средств массовой информации в освещении выборов и референдумов. Теперь журналистам необходимо пройти процедуру аккредитации в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией России. Заявки на аккредитацию редакциями средств массовой информации должны быть поданы не позднее, чем за 3 дня до голосования. Еще одно изменение касается агитационной программы кандидатов. Сейчас кандидаты обязаны, подчеркиваю, лично участвовать в совместных мероприятиях. Ну, как правило, это дебаты. Из всей массы заявленных кандидатов приходили буквально считанные единицы на мероприятия совместные. То на сегодняшний день закон обязывает кандидатов участвовать